сдать анализ крови на онкомаркеры, пройти флюорографию, маммографию, также другие медицинские исследования, причем абсолютно бесплатно. Такой шанс появился у всех жителей Алмазного края. Мы приглашаем всех уделить внимание своему здоровью и принять участие в акции. Ежедневно с понедельника по пятницу в межрайонном центре здоровья 426 в кабинет взрослой поликлиники. С 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Акция «Здравосмотр» проходит во всех уголках Якутии. Мероприятие организовано в рамках всероссийской диспансеризации. Центр здоровья, где и проходит исследование, располагается в 426-м кабинете и работает в будние дни с 8 утра до 16 часов, а в субботу с 10 утра до 3 часов дня. Я сегодня попробовала на себе. Очень удобно, что в субботнее утро, да, это очень важно для работающих, по пятидневке можно прийти. Все, хочу сказать, прекрасно организовано, нет очередей. Вот я прошла несколько кабинетов, осталось еще два. Очень довольна, что можно бесплатно, да, пройти такие анализы, некоторые вот впервые. Аппарат никогда не видела, который мерит внутриглазное давление. Принять участие в акции «Здравосмотр» и бесплатно пройти медосмотр можно до 15 августа. Точную информацию можно узнать у участковых терапевтов. Анна Винокурова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».